давайте посмотрим. Информация по токену Вера. Символ токена на данный момент стоимость 0,08 доллара США. Довольно-таки неплохая стоимость. Всего предполагается выпустить 250 миллионов токенов. Crow Sale 1,5 миллиона долларов США. Hard Sale 2 миллиона долларов США. Так, далее смотрим. Что же у нас еще здесь можно, какую информацию подчеркнуть? Начало продаж 6 мая 2019 года. И как же будут распределяться средства? Давайте посмотрим, друзья. Да. Так, жетоны выделя... на продажу выделяется 45%. Токены отводят на частные продажи 25%. Резервный фонд составляет 8%. Команда получает 12%, на баунти уходит 6%, и консультанты и партнеры 4%. В виде такого вот кругляшка представлено. В принципе, интересно, очень забавно, интересный дизайн. Представляю, что там будет, как там будет сделано. Видимо, разработчики очень так грамотно подошли, причем разработчики грамотно все сделали. Никаких я не вижу ничего лишнего здесь. Давайте посмотрим дальше дорожную карту. Итак, первый квартал 2018 года. Вера зарождается. Такой вот с юмором, так скажем. Вера зарождается. Так, далее смотрим. Разработка нового алгоритма. Да, третий квартал 2018 года. Настройка платежной системы в дальнейшем идет. Так, далее разработка токена. На данном этапе идет добавление поддержки токена безопасности. В дальнейшем, третий квартал 2019 года, добавление поддержки токенов ERC-20.